Молодежь является продолжателем древних историко-культурных традиций своего народа, источником великих начинаний и новых идей, творцом настоящего и будущего нового Узбекистана. Нынешние молодые люди способны сами модернизировать свои силы и направить их в то русло, которое им ближе по духу. Именно это происходит сейчас с выпускниками школ, которые стоят на пороге взрослой жизни. На протяжении 11 лет эти юноши и девушки получали знания, подавали пример младшим ученикам, сначала не хотели, но в конце концов признали то, что это их самые лучшие годы, золотое время, которое больше не вернуть. В этом году в нашем городе со школой попрощались 1471 выпускник, из них 94 уже успели досрочно получить звание студента высшего учебного заведения. Кроме того, среди ребят есть и особо отличившиеся, посвятившие себя учебе только на отлично, и эти заслуги сегодня не остаются без награды. 14 июня в Алмалыкском городском хакимьяте прошла церемония вручения золотых медалей 23 выпускникам школ. На мероприятии в качестве поддержки присутствовали их родители и учителя. На торжественном собрании также были и первый заместитель хакима Шермухаммад Бегиев, заместитель по духовному воспитанию и делам молодежи Сахиб Ахмедов, начальник городского отдела школьного и дошкольного образования Хуснидин Тургумбаев и директора школ. Это самый волнительный момент в жизни каждого выпускника. Все они получили заслуженные золотые медали. Слова благодарности прозвучали и в адрес родителей, воспитавших достойную молодежь, и руководителей 8 школ, создавших все условия для полноценного образовательного процесса. Всем им вручили почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Красный аттестат и золотая медаль – это лишь начало нового и неизведанного пути. Впереди молодежь ждет еще больше побед и достижений, а мы будем только рады помочь и поддержать их во всех начинаниях.